В селе Турово Серпуховского района образовалась настоящая свалка бытовых отходов прямо рядом с памятником Дмитрию Донскому. В порядок не приведены и бывшие помещичьи усадьбы, где в нечеловеческих условиях сегодня вынуждены жить люди. О проблемах сельчан расскажет Маргарита Кирикович. Никогда как контейнер никогда не было. Больше всех от такого, мягко говоря, неприятного соседства страдают жители старой двухэтажки, расположенной в нескольких шагах от свалки. Даже сейчас, когда еще не так жарко, запах от мусорки исходит удушающий. Как на заброшенном земельном участке образовался несанкционированный мусоросборник, люди уже и не помнят. Говорят, что помойка здесь существовала всегда. Дышать нам нечем, вообще нечем. Был у него контейнер, быстро увезли контейнер, потому что им невыгодно. Летом вообще ни окошко не открыть, ничего. Мусор увезли бы, да и все, больше мы ничего не требуем. И требуем, чтобы сделали бы облицовку дома. Такому дому даже страшно подходить, не то что в нем жить. Зрелище не для слабонервных, настоящий бомжатник. Какие неудобства испытывают нынешние обитатели бывшего помещичьего особняка, мы уже рассказывали. Неудобства у нас, ни свету, ни туалета, ни воды. Купила обогреватель, а он очень много берет свету. А из своего окна бывший овощевод совхоза Туровский Валентина Гиязова, как и остальные жители дома, сегодня видит большую свалку. Судя по всему, ни чиновники сельского поселения, ни район администрации объездов населенных пунктов давно уже не проводят. Как оцениваете работу главы Серпуховского района? Очень плохо. Почему? А что он сделал? Что он бы не сделал? Что для нас сделал? Что мы живем в этом халупе? Хотя Путин сказал, дома аварийные сносить. Все, не было. А про наш разговор нет. Ну ведь вы не поедете голосовать за Александра Шестуна? За нет. Он мне для меня лично ничего не сделал. От нынешней районной власти ничего хорошего уже не ждут и в деревне Борисово. О многочисленных нерешаемых проблемах ее жителей мы рассказывали не раз. Общее для многоквартирных домов, брошенные посреди двора после пожара сараев, небезопасные погреба. Сегодня, наконец-то, их засыпали. Но благоустройство пока не провели. Жители опасаются, что больше никаких работ здесь они не увидят. Да, детскую площадку, мне кажется, хорошо бы.